Дорогие участники конкурса, меня зовут Нина Кафтарадзе, я член жюри. Хочу поприветствовать вас всех и поблагодарить за присланные видео, многие из которых доставили мне огромное удовольствие. Меня попросили сказать несколько слов о самых ярких участниках. И, как вы понимаете, эта миссия не особенно благодарная, потому что участников много, и за пару минут невозможно охватить всех. Так что если в моем обзоре вы не услышите своих имен, это не значит, что вы не получили от меня высоких баллов. Хотелось бы отметить ансамбль бандуристов «Перлина», который очаровал меня своей красотой и эстетикой. Вот было ощущение, что ты пребываешь в раю, где красивые ангелочки в белом услаждают твой слух. Невозможно было не поддаться обаянию аккордеониста в фуражке Николая Сотникова, юных ударников Дениса Попова и Акима Дика. Много хороших струнников было, из которых мне хочется выделить Виталия Савченко, который играл на мандолине. Так что с первой до последней ноты я слушала, затаив дыхание. Интересные были пианисты в разных возрастных категориях. Например, Динара Нуриева, Мария Савенко, Валерия Максимова и многие другие. Из духовиков я бы хотела выделить флейтистку Елизавету Богданову, которая создала очаровательный образ озорной птички. И флейта ее звучала мягко и красиво. Красивым звуком порадовала еще и альтистка Татьяна Ирук. Ансамбли были симпатичные. Из композиторов очень сильное впечатление на меня произвел Влад Солодовников. Хотелось бы отметить тоже прекрасных концертмейстеров. И, может быть, следует подумать о том, чтобы учредить специальный приз для лучшего концертмейстера. Еще раз благодарю вас всех. Простите, если кого-то забыл упомянуть. И поздравляю всех вас. Хотелось бы выразить благодарность учителям, которые вложили такой большой вклад в работу со своими учениками. Всего доброго, до новых встреч!